В условиях чрезвычайного положения в целях минимизировать передвижение автолюбителей на посту ГАИ села Багрибш Гагарского района 1 апреля был установлен кордон. Затем он был переведен на пост ГАИ Бзыпта, так как здесь наиболее активное передвижение транспорта. На месте дежурят сотрудники милиции, Министерства по чрезвычайным ситуациям и медики Гагарской центральной районной больницы, которые, в свою очередь, останавливают каждую машину и измеряют температуру водителей и пассажиров. На данный момент находимся на посту ДПС Бзыб Гагарского района, где присутствуют все службы МЧС Гагарского района в количестве одного человека, санитарные службы в количестве двух медсестер с аппаратом электронным, которые замеряют температуру тела у водителей и пассажиров, следующих в транспортных средствах. Если, допустим, даже какое-то сомнение в работе данного аппарата электронного, есть термометры, которыми определяют температуру тела. На данный момент выявленных с температурой нету, с утра с 10 часов. Здесь находится автомобиль, оборудованный всем необходимой медициной. Сотрудники ДПС, сотрудники отдела Бзыбской милиции работают в усиленном режиме. 15 человек находятся на посту Бзыб. Движение транспортного средства уменьшилось, но все равно люди, которые передвигаются по тем или иным обстоятельствам, они все равно передвигаются. Кто в больницу, кто в аптеку, кто в магазин. Мы никак не можем ограничить передвижение транспорта и пассажиров. Предупреждаем каждую машину, каждого водителя, каждого пешехода, каждого пассажира транспортных средств. В течение суток, значит, и в течение светового дня проезжают транспортные средства, которые останавливают инспектора ДПС по 5, по 4, по 3 раза. Ну, так как всех упомнить не получается возможным, желательно было бы выдать какие-нибудь справочки, какие-нибудь бумажки с печатями, что проверено, не проверен он. Вот. Так, мы находимся на Бзыбском посту. Работаем мы с 9 до 8 вечера. Пока происшествий нет. Если вдруг что-то будет, вызываем горячую линию. А так все хорошо, все нормально. Будьте все здоровы.